Несколько дней назад съезд Народного фронта Молдовы объявил о своем намерении добиваться вхождения в создаваемую по их требованию Румынскую республику Молдову, румынских территорий, переданных 50 лет назад Украине и, прежде всего, Южной Бессарабии. Кроме того, здесь говорят о каких-то переговорах руководства Народного фронта Молдовы и Украинского Руха, где идет речь и о судьбе Бессарабии. Вот что думают по этому поводу жители Одесской области, в частности, села Жовтневое Болградского района. Я, например, считаю, что это неправильно. Это наших 9 районов Бессарабии. Присоединять какую-то Молдавию, автономии речь идет, какая-то объединение с Румынией. Конечно, это абсурд, и мы на это никогда не пойдем. В Болграде, Болгарском граде, этот прекрасный собор Святого Преображения построен на народное пожертвование 1,5 века назад в память о доброй воле русского народа, передавшего эти земли поселенцам из Болгарии. Эту землю нам предоставил фактически пустующую российский народ в лице бывшего российского правительства. Это где-то около 200 лет назад, в 1812-21 году. И поэтому мы не считаем себя непринадлежными ни к Молдавии, ни тем более к Румынии. Тем более к Румынии. Ну а вот мнение по поводу Бессарабии, жителей молдавской части Бессарабии. Ваше отношение к тем проблемам, о которых сейчас идет речь? В любой цивилизованной стране все эти вопросы решаются цивилизованным методом, методом референдума. Хотим или не хотим, надо спрашивать народ. Так нельзя.